12 марта в Изумрудном зале филармонии началась история нового коллектива – камерного оркестра. Задачей нового оркестра является в прямом смысле доставка камерной классической музыки в отдаленные города и села Кузбасса, где нет концертных площадок для больших коллективов и откуда не просто выехать в филармонию. В камерный оркестр войдут два десятка профессиональных музыкантов из состава губернаторского симфонического. Мы очень рады, что нынешнее руководство Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и правительство Кузбасса заинтересовано в том, чтобы академическая музыка звучала в отдаленных поселках на маленьких сценах. Этого сделать большой симфонический оркестр не может в силу своей численности и малых сцен. А вот камерный оркестр – это задача для него совершенно однозначно решаема. Поэтому принято такое решение, и у нас создается новый коллектив. Это камерный оркестр, который будет пропагандировать академическую камерную музыку. В составе камерного оркестра только струнные инструменты. Скрипки, альты, вторые скрипки, виолончели и контрабас. В течение месяца мы подготовим программу, которая презентует камерный оркестр и покажет, что музыканты – настоящий профессионал своего дела, могут играть не только классическую музыку, и, может быть, это будут джазовые произведения, произведения с солистами, с вокалистами. Сейчас работа эта ведется. И я думаю, что мы подберем репертуар таким образом, чтобы каждый слушатель нашел что-то интересное для себя. В настоящее время камерный оркестр филармонии приступает к подготовке презентационной программы, и первый концерт запланирован уже на середину мая.